Королёв, это кто такой, мол, там, ну, насчет света, везде же провели, голова писала, как платила, а наши улицы мы же, отчетчики же мы платили, все, я добился, все сделали. Дядя, ну вот в этом году, 8 получается, сентября, выборы, да. Я бы хотел, чтобы ты нашими медийными ресурсами воспользовался. И вот Евгений Ильич Турнов, депутат, во втором получается срок, ты пойдешь на второй срок. На второй срок, да. Скажи людям. Ну, что-то о себе, в том плане, что, как бы, давайте голосовать за Турнова. Что нужно сделать? Я вот лично от своей компании считаю, что мы тебя поддержим. Мы тебя, во-первых, поддерживаем точно. Давайте от нашего коллектива скажем два слова, что Евгений Ильич, во-первых, на пенсии, является депутатом, но в то же время помогает труженикам села и добрым словом, и делом. Вот и в том году, и в этом году на ЗИЛу, позапрошлом году у дяди Жени Петрунину, Царство Небесное, ему помогал тоже. То есть ты в пожилом возрасте, 50 лет стажа, все равно продолжаешь работать и активный образ жизни вести. Третий год подряд у нас. Но мы тебя поддерживаем. Поэтому мы обращаемся вот к избирателям Евгения Ильича, к нашим односельчанам. Вот мы сейчас убираем, немножко дождик пошел. Просим вас поддержать кандидатуру Евгения Ильича. Он работает в команде Королева Владимира Геннадьевича. И Геннадьевич тоже поддержать просим, правильно, Ильич? Да. Вот, и хотим, чтобы эта эффективная команда продолжила дальнейшую свою реализацию всех планов, потому что очень много было сделано за эти последние 4 же сейчас года идет срок, да, правильно? Да. И сколько еще намечено? Что из ближайшего будет сделано? Даже. Какие планы вот в следующем сроке? Может быть, там асфальт завершить на Зеленой улице, там и еще что-то?